Дорогие друзья, нам правда 2 года. Это 15 августа. И в студии Майк Войс, Лиза Калинина, друзья. И наши гости приходят и приходят. Они все краше и краше. Да. У нас в гостях сегодня Настя Спиридонова. Настя, привет! Настя, привет! Не дала мне, Лиза, представить. Не представить, да. Вот я все время... Мне нравится представлять... Девушек. Девушек. Талантливых. Все мне подсказывает. А вот я также буду представлять, когда к нам гости мужчина. Ну, погнали. Настя, привет. Привет. Ну, как ты? Я безумно рада быть в этот день у вас на стране FM и поздравить вас с днем рождения. Это же такой прекрасный праздник. Взаимно. Вы знаете, когда практически все артисты нашей страны слились в одном месте, это значит, что у вас хорошо, тепло, радостно, и вас все любят. Спасибо за то, что вы есть. Я вам желаю, чтобы вот прям вот, чтобы навсегда, долго, ярко и мощно. Это спасибо нашим зрителям и слушателям. Спасибо, да. Это значит, что качественный будет для них контент, будет что слушать, смотреть и будем вещать дальше, друзья. Да. Настя, ты шикарно поешь. Об этом знают вся наша аудитория. Мы обожаем твои клипы и песни, да. Но что всегда поражает, как ты поешь вживую. И мы хотим просто закинуть. Мы хотим поразиться. Сегодня мы услышим, как ты поешь. Услышим. Живьем. Услышим. У меня вышла прекрасная песня автора Олега Шаумарова, которая называется «Цунами». Я бы хотела сегодня для вас ее, для всех радиослушателей страны FM. И телезрителей, которые сейчас смотрят. Кстати, да. Это же прекрасно. Поэтому, собственно, вот, бывает, идешь на радио, ну так можно не накраситься, так это, а когда это телерадио, к нам нельзя. Тут нужно нарядить. Здесь крашусь даже я. Да, у нас все есть бэкстейдж в правом углу нижнем. У нас все смотрят, как собираются артисты. Между прочим, у нас очень интересно. Ну что? Мы все видели, подглядываем. Давайте, давайте петь и смотреть бэкстейдж в правом нижнем углу. Итак, друзья, Настя Спиридонова, ваши аплодисменты. Поздравления! Ура! Погнали! Я забуду всех, а тебя не забуду. Посмотри наверх, мы пришли ниоткуда. Между нами дождь и огонь между нами. Если ты уйдешь, то случится цунами. Чтоб сложиться из единиц с тобою. Yeah!
Просто восхитительно. Вот здесь я должен сделать вот так. До слез, радости. Сегодня же праздник. Это очень круто. Анастасия Спиридонова, телерадиоканал «Страна ФМ». Друзья, у нас сегодня 2 года. Такой замечательный подарок дню рождения. Спасибо большое. Спасибо. Поздравляю от всей души. Ура. И желаю счастья всем зрителям и слушателям «Страна ФМ». Да, Анастасия, ну у нас к тебе еще одно задание, на самом деле, непростое. Да, этим все не заканчивается. Это не все. Расскажи, что надо Насте делать? Мы пишем гимн. Да. Мы пишем гимн, и каждый наш гость пишет одну строчку. Талантливейший нужно артист. Нужно взять наш маркер так. И дописать следующую строчку. Вот я скажу, какая строчка была до этого. И песню держи. Ставь ты не одну. Даже 3, чтобы было легче. Звучи «Страна» на всю страну, да что уж там на всю планету, и песню ставь ты не одну. Анастасия, вот. Можно взять микрофон? Да, можно взять микрофон и думать вслух. И делать, и думать вслух. Звучи «Страна» смотри, на всю только, страну. Здесь да что уж там на всю планету. Быстро. То есть да. Особо, и песню ставь ты не одну. В этом вся фишка, что все думают очень быстро и пишут, что пришло первое в голову. Звучи «Страна» на всю страну, да что уж там на всю планету. И песню ставь ты не одну. И у нас в финале получится очень классный гимн. Итак, строчка. И песню ставь Спиридонова. Ты не одну. Так. Настя думает. Про торт, хлопушки и конфеты. Прекрасно. О, пожалуйста. Очень хорошо. Очень хорошо. Очень. Про ну, торт. Это же день рождения, конечно. Да? Про конечно. Торт. Про торт. Хлопушки. Хлопушки. И. Угу. Конфету. И конфеты пишет. Как же разборчиво, классно. Вот, вот прям... Видишь, какой красивый и почерк. Да. И про черным, торт, хлопушки и конфету. Прекрасно. Спасибо. Анастасия Спиридонова нам подготовила строчку. У нас гимн увеличивается. А гимн-то, да, пополнять. Длиннее. Я могу даже потом поучаствовать в записи. В записи, прекрасно. Отлично. Мы и клип потом снимем, более того. Настя, ну что, какие планы? Расскажи, в ближайшее время, где у тебя увидеть? Где следить за твоими... новостями. А, во-первых, в моем инстаграме. Так. Не будем называть его, чтобы не рекламировать. Да, или можно, да? В смысле, не будем? Настя, как это? На нижнее подчеркивание Спиридонова. Так. У меня прекрасная новость, потому что через 2 дня я улетаю в Испанию снимать клип на песню «Цунами». И да, это просто какой-то подарок судьбы, потому что песня очень успешно принимается прям тепло народом. И мы недавно, пару дней назад, были на первом месте в iTunes. И как-то, в общем-то, да, прям как-то вот все вот пело-пело, и тут хоп-хоп тебе и клип. И все круто завертелось. Так ждем мы в ротацию. Ждем в ротацию. С удовольствием. И клип ждем. Посмотреть уже. Скорее. В ротацию на стране FM. Ну, конечно же. Да. Через неделю снимаем клип. Ой, через 2 дня снимаем клип. А на следующих... Ой. Нормально, день рождения, все забывают. Вот, все забывают. Вот. Ну, в общем, ждем и новую работу, которую мы с удовольствием покажем у нас в эфире. Да и посмотрим тоже. И посмотрим. А потом я поеду в свадебное путешествие. Поздравляем! Поздравляем, Анастасия, поздравляем. Вот это новости, как круто. Поздравляем. Ну что, друзья, у нас в гостях была Анастасия Спиридонова, между прочим. Настя, поздравляю тебя со всеми твоими событиями. Ура! Поздравляю. А мы продолжаем. Все только начинается. «Страна FM» принимает поздравления.